Нижний Новгород, и это вот это здание, который, на котором написано «Пирс». Ну, вот тут набережная, реки Ока, мост над Окой. Елочка, транспорт. И там вот на фронтоне, на фасад, не фасад, да, это там панно. Ну и вот можно будет пройтись так. По хорошо такой оборудованной набережной. Ну вот выглянуло солнышко, и краски стали ярче. Птичка какая-то шебечет. Голубые ели. Ну и транспорт. Ну вот тоже. Скорее всего, да, гриль-бар какой-то. Тоже под старину сделано. Зеленая крыша, там такие типа трубы. Набережная реки Ока в Нижнем Новгороде. Вон учится какой-то, наверное, баркас тоже, не разбираюсь терминологии. Солнышко опять ушло, и яркость красок снова потускнела. Да, вот тут я вот проходил и снимал. Тучи. Ветрено, поэтому тучи быстро так уходят, снова набегают, и быстро там идет какое-то судно, вроде баркаса. Человек ходит и разговаривает по телефону на борту. Ну, снова солнышко. Здесь вот берег. Там вот мост. О, вороны на берегу. Мост над Окой. Быстро снуют вот эти речные суда, ну вот, вызывая желание вот оказаться на борту и тоже вот со скоростью так промчаться над водной гладью. Да, раньше вот были такие метеоры, ходили. Ну, вот здесь по Волге, наверное, их было много. Ну, по Оке тоже, наверное, много ходил. А вот там вот набережная. Ну, вот судно это развернулось. На этой оптимистичной ноте я завершаю